Ну что, друзья, вчера решил завершить ягодную полемику, но сегодня иду на гору и по дорожке. Вы видите сами, сегодня нам преодолеть придется довольно крутую гору. Хочется сходить в сосновый лес, но ягодки тормозят. Такие вот чудеса, друзья. Друзья, мы сегодня поднялись на Бугульминско-Белебеевскую возвышенность. Внизу у нас город Баулы. Большая помеха. Ну, конечно, здесь хорошо. И впереди у нас, друзья, наша цель сегодня посетить вон тот лес сосновый. Так что направляемся, друзья. Дальше продолжаем свое путешествие. Ну вот, друзья, перед нами этот сосновый лес. Этот сосновый лес, конечно, не брянский, как на Брянщине, я помню, в Смоленщине в лес заходил, там такие сосны. Ну, здесь вот такие, какие есть. И сейчас мы попробуем туда зайти. Что там увидим. Ну вот, мы добрались до тихого соснового леса. Вот здесь вот местечко, где можно будет раскинуть палаточку. Там густенько и красивенько. Нравятся мне стволы сосны, березы, вот сосны. Какой цвет. Ну вот так, друзья, сегодня наша миссия закончилась. На этом наш репортаж закончен. Ну вот, друзья, перед нами этот сосновый лес. Этот сосновый лес, конечно, не брянский, как на Брянщине, я помню, в Смоленщине в лес заходил, там такие сосны. Ну, здесь вот такие, какие есть. И сейчас мы попробуем туда зайти. Что там увидим. Друзья, мы сегодня поднялись на Бугульминско-Белебеевскую возвышенность. Внизу у нас город Баулы. Здесь большая помеха. Ну, конечно, здесь хорошо. И впереди у нас, друзья, наша цель сегодня посетить вон тот лес сосновый. Так что направляемся, друзья. Дальше продолжаем свое путешествие.